Всем доброго теплого дня. У нас всегда ремонты. Еду я с работы. Сегодня у нас очень теплый день, очень такой красивый. Как же выскочить? Хочу заехать сейчас в Home Goods и заехать в магазин LD, купить малину, молока. За молоком, друзья. Ехала с работы, купила опять в том ларёчке, магазинчике без продавца. Помидорки были. Но уже немного было. Еще такие зеленые. Я думаю, они... Ой-ой-ой. Там проехали, здесь начали. Я думаю, они созреют, я в хату их возьму. Две корзиночки такие по $3. Очень вкусные. Так, 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 так. Оп. Сейчас проеду. Тоже надо быть очень внимательным. Вчера был у нас дождь, было очень холодно. А сегодня, слава богу, утром просыпаюсь, о, выхожу. 52, представьте. Но бывает 52, но когда есть ветер, то оно холодно. А сегодня 52, а ветра нету, и так солнечно. Ну, такой красивый день. Уже понемножку нужно готовиться, друзья, к свадьбе. Сладкое будем выпекать сами, а обед будет там будет готовиться, как бы под свадьба будет в гостинице, и их будет обед. Выбирали там меню и все так. По-другому будет. А сладкое будет домашнее наше. То две стороны, и они, и я тоже ж хочу что-то испечь и привезти. Так, я же тоже могу, умею, да? Смотрите, какое красивое небо. Ух ты! То заеду в Home Goods, гляну там вазочки, может быть, какие, что-то такое. Ну, посмотрю. Перепутала. Вместо Home Goods заехала сначала в LD. Потому что включила поворот и уже вынуждена была съезжать с дороги. Тапочки вот такие уже по $6. Детские тепленькие, а большие по 9. 8. Вот такие штучки. Не вижу. $10. Ух, это такая постельная, такое мягкое. Но когда-то я покупала, Гене не понравилось. Мне понравилось такое, вот смотрите, теплющие, теплющие. Или то, может быть, было другое у нас, да. King, ну, $30. Наверное, нет разницы, какой размер постельного, раз цена одна. О, это будет тепло, я не знаю. Нет. Да, порезала уже палец об бумагу. Мне кажется, я не такое покупала, я другое, да. Вот, как бы достать, чтобы на голову не свалилось, а оно и валится. Вот так. Есть белые листики, их немного. Не знаю, хочу попробовать. Такое классное, тепленькое. Махровое такое. Такой цвет и серый. Просто светло-серый.
Что-то зелененький хочу, пускай будет с цветочками, с листиками, да? Это такой ящик, который складывается. Да, ну это новые вещи. Потому что я недавно на той неделе здесь была, то не было. Прятать можно все такое. Бананы захотела, малинку, потому что в огороде уже такая она. Не такая, нету уже, а мне нужно срочно. И виноград взяла. Яблоки, мандарины, апельсины дома есть. Так, здесь что у нас? Все так обычное. Что-то еще на Рождество не везут они посуды в этот магазин. Сейчас пока что рулит Хэллоуин. И конфеты, и игрушки, и все. Уже одна осталась. Когда было много, то не брала. Сейчас уже хочу, но уже нету. А если покупать, то хотя бы две. Красивенькие такие, да? На жатву тыковки. А вот эти я смотрела с вами. Тоже мне понравились они, но они маленькие. 4 штучки за $10. Так, в этом ряду я уже видела, так что иду за молоком и за сгущенкой. Ее нету, представляете, $1.99. И нету сгущенки. Ого-го. Это молоко просто. Я сейчас спрошу, может быть, у них есть. Ну, хотя бы молока возьму. Друзья, я уже в Home Goods. Вот с каким парнем. Ефрем, куда писал? Хочу показать, очень мне понравилась кастрюлька, такая, кажется, рождественская, зелененькая, и вот такая красота, красота. Какой классный чайник на Рождество, просто для красоты $20 на плиту поставите, чтобы стоял красивый. Друзья, гляньте, какая красота, вот такое кресло, это в гостевую комнату, да? $400. А это сколько? Это 600. Я не знаю, мне... А, 700, да. Мне что-то это лучше нравится. А тебе это, да? Очень красивые. Столько всего на Рождество. Иди, который все рассчитывает. А я пока еще... Я ничего не беру, да? Слава Богу. Ничего не... Ну, много что я нашла. Много чего можно купить, но... Но воздержимся. Много на Рождество всякого стиля есть. Хоть голубой, хоть красный, хоть зеленый, хоть какой, хоть коричневый. Вот все такое красивезное. Вот просто дерево, это такой подсвечник. Там свечка. Мне очень нравится, есть у нас такой плед. Такой шерстяный. Нужно будет достать с оленями. Очень мягкий он. Красота, красота. И зеленый красиво. Да, все, друзья, красиво. Думаете, еду домой где там? В Бурлингтон еще нужно заехать. С Катрусей. Давай. Жду. Зайдешь, я иду. Окей. Она с Ефремом, то пока достанет с корсита. Глянем. Тут-то тоже кое-что глянем. Посмотрим. Нужно ехать домой. Работы дома есть, но нужно и походить по магазинам, да?
Ой, какая красотень, я там вижу уже. Тележечку возьму. Сумочки, сумочки, как всегда, красивые. Классные. Это даже приклеены. $60. Прикрепление, чтобы никто не украл. Так. Такие накидки классные. Ой, какой красивый кардиган с капюшоном. $17. Курточка, что мне привлекло внимание. А вот эта штучка такая. У меня есть красная. И какая у меня еще есть? Черная, да? Наверное. Ну, да, такая хорошая накидочка. Ой, можно померить, вы знаете. Ага, короткая, значит, долгая. Сколько же здесь вещей. Просто это мы зашли на кардиганы. А это костюмчик. Вот юбка и свитерок. Такой сколько? $30. Классный. Кардиганы длинные такие в клетку. А это что такое? Это свитер. Очень много всего. Здесь я редко как-то бываю. Костка, все, костка, костка и костка. И еще раз. А вот сколько здесь есть всего такого красивого. И людей нету. По работам, все по работам. Друзья, такую накидочку нашла. Гляньте, такая широкая. Здесь пуговичка идет. Так. Но она такая тепленькая, хорошенькая. На кроссовки не обращайте внимания. Я с работы. Я не еду в магазин, друзья. На шпильках, в колготках капроновых. С работы едешь. В чем есть, то мы заехал. Вот так. Ну, работа у нас же. Мы же не на поле, не сапаем. Еще плащик такой нашла, легенький. Но я не знаю, плащи не люблю. Пальто, плащи. Здесь поясочек есть, я только что завязывала. $70. Нет. Смотрите на мешонка. Какой класснючий. А такой легенький, мягкий такой. Я возьму, себе беру. Это XL. Такой коротенький, пускай будет. Магазин куда-то поехать. Конечно, в лес будет, ну, пока что жалко будет. Новый, куда ж так? Мирославу пока жду ответа. Бурлингтон тоже красивый. Вот такие блюда нашла. По 3 штучки есть. $8. Мне кажется, в Home Goods будет дороже. 8. Ага, в Home Goods дороже, да? Да, таких есть 3 таких. Налистники, допустим. И вот уже один остался. Этот тоже красивый. Тоже $8. Хотя так, немного здесь посуды, но тоже можно что-то выбрать. Вот такие мисочки красивые тоже есть. Видите, какой кувшин, или как сказать, как это в давние времена для молока. Такой легенький, ну, $7. Не буду брать я его, если что. Ой, нужно ехать уже домой, а я хожу. Это такое какая-то кастрюлечка такая закрывается. Не знаю, что делать ей. Ну, явно что-то для кухни. О, еще на кастрюлю зайду. 30 такая большая. Я вот такие люблю бочечки. Это дорогая, она с тяжелым дном. Но цена ее где-то там. О, я таких не видела у нас тут. Первый раз. Какая красота. $10 такая кастрюлька с тыковками.
А это с лимончиками. 13. Какая милота. Ну так, друзья, они у меня есть. Полывьяна, да? Да, называется так. Ой, красота. Очень красивые. А эти маленькие, эти две таких вот одинаковые. А эти поменьше. Красивые. А вот большие какие. Хорошая такая. Да, тоже классно. А вот красота какая. 13, такой маленький чайник. Для заварки, наверное, да. Сковородки. Ну, те кастрюльки понравились очень. Вареники или что, борщ сварить, да? Только еду домой. 4:03. Другой дорога еду, потому что заезжала. До Лены заезжала нашей. Завозила там кое-что. Она будет выпекать макаронцы. У Лены самые вкусные, самые красивые. Вы гляньте, какая же красотень. Ну, здесь желтые листья, не красные, а желтые. Но тоже так же красиво. И у нас сегодня очень теплый день. Красивый такой. Вчера было холодина, даже не подумал бы, что такое может быть. 53, но очень тепло. Но что-то очень болит голова мне сегодня. Не знаю почему. И воды я выпила большую такую чашку. Ну и уже пустая, еще бы выпила, но нету. Солнышко такое. Что купила? Купила себе туфлик. В Бурлингтон я давно была. Туфельки мне понравились такие красные, рождественские, такие красивые. Кофточку с медвежонком. И Мирослава тоже себе захотела, купила и Мирославы кофточку. Костюмчик там Мирославы купила. Платье себе купила. Одно, второе. Коврики купила на Рождество. Ванную, в туалет. Красные такие, красивучие. Недорогие, но мне понравились. Такие $17. Такие, ну, не вечные. Немноголетние, но очень красивенькие. Все, кажется, да? Кукурузу уже убирают. Утром я ехала, поле было, вот уже только стоит тележка кукурузы. Это курочкам моим буду покупать. Потому что пшеницы там осталось несколько бочек на зиму. Я думаю, среди зимы или где-то перед Новым годом, я думаю, что надо будет покупать. А не знаю, есть ли пшеница еще или нет. Ну, что будет уже, то и будем брать.